Надо начинать осенний конкурс. Лучшая осенняя подделка. Конкурс начинается сегодня, а заканчивается 1 декабря. Всего в конкурсе 3 призовых места. Первое место для девочки. Панда. Такое ожерелье на праздник, например. А для мальчика лего-человечек. Второе место – это подарок для вашей мамы. Это брошка розовый тюльпан. И третье место – брелок собака, например, на ключе. Условия конкурса. Слушайте внимательно. Первое место. Поделка, сделанная своими руками. Второе место. Самая интересная поделка полностью из природных материалов. Третье место. Самая красивая поделка из природных материалов чужая. Это фотография чужой поделки из природных материалов. Все фотографии и видео присылайте мне на электронную почту. Ссылка в описании. Пока же фотография или видео я расскажу и покажу. Не забывайте, что каждый участник должен подписаться на мой канал и на мой инстаграм. И на мой инстаграм тоже ссылка в описании. Жду ваши фото или видео. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Нажми колокольчик, чтобы тебе пришло надпись, что вышло мое новое видео на моем же канале. Всем пока!